Должны, наверное, по прописке это все проверяться, но если для нашего микрорайона... У нас еще 49-й микрорайон новый строится, и никто в этот садик не попадет. Не позднее времени сильный мороз этих людей не пугают. Несколько десятков человек готовы стоять возле строящегося детского сада целыми сутками, лишь бы детей в него зачислили. Уже год Ильнар Хайрулин вынужден возить дочку в 33-й садик, который расположен далеко от дома. Это доставляет массу неудобств. Вставать приходится на час, а то и полтора раньше. К тому же бьет по карману. Бензин и такси стоят недешево. Сегодня решили собраться по поводу садика, то, что дети не могут попасть в садик. Вот хотел, у меня вот дочка ходит в 36-й в садик, хотели перевести в этот садик. Говорят, что мы стоим 95-й и никак не можем попасть. Ильнар, как и все собравшиеся, считает, что в этом виноваты льготники. Якобы из-за них обычных людей скидывают в конец очереди. Недовольны родители и тем, что в садик, который они считают своим, будут принимать детей из других микрорайонов. Но мы недовольны тем, что с других районов к нам приходят в наш новый садик и переписываются, в итоге нас двигают. И мы вообще, как бы 100 человек вот нас подвинуло, поэтому мы недовольны. Должны быть только наши табеевцы. Добиваться справедливости родители решили кардинально. Сначала почти двое суток стояли на улице в очереди для записи в электронную очередь. А сегодня собирают подписи, чтобы в садик принимали по прописке. Парадокс заключается в том, что мест в новом саду всего 260. Около 50 могут занять льготники и жильцы других микрорайонов. Остальные места для детей этого района. Вот только их здесь больше 800. 98% поданных заявлений – 47-й микрорайон. 407 только заявлений с улицы Табиева, у кого прям в заявлении написано, что они зарегистрированы на Табиева. Не надо быть, вернее, математиком, чтобы понимать, что 260 мест для 800 человек не хватит. Кажется, выход один – строительство еще одного детского сада. Но в планах этого пока нет. Сегодня жильцы микрорайона встречаются с начальником управления дошкольного образования. Если диалог не сложится, намерены дойти до главы. Эльвира Сафиуллина, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.